Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». На севере столицы высадили свыше 3000 кустарников. С начала нынешнего года в Бутырском районе высадили более 3000 кустарников. Об этом сообщает пресс-служба управы района. Кроме того, уточняется в сообщении, с начала текущего года на севере Москвы высажены 22 дерева. В рамках программы «Миллион деревьев» до конца осени планируется высадить более 500 деревьев и 32 тысячи кустарников. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!